Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных Тине Кароль, опубликовали короткое романтичное видео со звездой и молодым красавцем, который поздравляет ее с днем рождения. Поклонники сразу восприняли мужчину как очередного ухажера певицы, однако не все так однозначно. В ролике Тина появилась, как оказалось, со своим пиар-менеджером Павлом Орловым, с которым работает много лет. Похоже, у певицы с ее работником сложились теплые дружеские отношения, поэтому он так трогательно поздравил ее с праздником. «С днем рождения, любовь всей моей жизни», — подписал видео Орлов. Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию с Кароль, присоединяясь к поздравлениям «С днем рождения». «Желаю тебе исполнения всех твоих сокровенных желаний». «С днем рождения, снежная королева». «Будь счастлива, с днем рождения, Тина, поздравляю». «Пусть твой мир становится краше и счастливее». «Желаю много счастья, радости и любви». «Удачи и благополучия во всем». Это ее мужчина, которого она давно скрывала. С днем рождения!